Ремонт. GSM Moscow. Здравствуйте, с вами сервисный центр. И мы сейчас будем разбирать шуруповерт Метаба. Реагирует на нажатие, но не работает. Откручиваем винты. Снимаем аккумулятор. Открываем крышку. И вот видим неисправность, выгоревший ключ по питанию. Сейчас мы его будем менять. Вот мы заменили ключ на шуруповерте. Сейчас мы приступаем к сборке шуруповерта в обратной последовательности. Шуруповерт полностью функционирует. С вами был сервис-центр GSM Moscow. Всем пока!